Всем привет! Меня зовут Светлана, и вы на канале Худеющий повар. Мои хорошие, сегодня я хочу записать эстафету, которая пришла ко мне очень-очень давно. Пришла она от Альбиночки, канал Худею как умею. Альбина, огромное тебе спасибо, что ты выбрала именно меня и Юляшку. Мне очень приятно, но, увы, совсем не было времени сначала, а потом подшатала здоровье. Сегодня я немножечко лучше себя чувствую, поэтому решила не откладывать больше и именно сегодня снять все ответы на эти вопросы. Вопросов очень много, вопросы безумно интересные. Еще раз хочу поблагодарить тебя, Альбин, что эта честь досталась именно мне. И я хочу ответить на все вопросы. Знаю, что Альбина сама создала эту эстафету, и получается, что мы первые, кто принял от Альбины. Я обязательно ее тоже передам. И значит, вопрос первый. Как зовут вас и сколько вам лет? Меня зовут Светлана, и мне 36 лет. Когда начали свой путь к стройности? На самом деле, я всю жизнь, сколько я себя помню, всегда я себя считала очень плотной, полной, иногда местами даже жирной, временами, да, вот, и всегда я боролась. Но были моменты, когда я опускала руки, и мне казалось, что все, мне комфортно и так, отстаньте все от меня, я хочу жить, и я находила именно удовольствие в поедании, да, чего-то, то есть это было что-то такое вкусное, копченое, сладкое, жирное. И я кайфовала от этого, да, но временами, конечно же, мне хотелось похудеть, то есть постоянно, сколько я себя помню, я была в споре похудения. Худенькая я особо никогда не была, если не считая того, что когда после полугода пролежавшей в больнице, да, я была очень худенькая, но а так, в принципе, всегда. С какого веса я начала худеть, какой вес на сегодняшний день и желаемый вес. Итак, достигла я максимально своего веса 120 килограмм. Для меня это был шок. Когда однажды я стала на весы, я поняла, что во мне 120 килограмм. И я даже в тот момент я не сразу решила худеть, я начала себя жалеть. Вот очень многие делают такую ошибку, начинают себя просто жалеть. Вот как же я, кому же я такая нужна, да, я такая жирная, а я вот не могу одеть ничего. То есть было какое-то чувство жалости. Но ежеминутно, ежесекундно вот все стать и изменить в этот момент не было. Это все случилось уже, наверное, по истечению лет 5-7 прошло в этом весе, да, и я стала худеть. Стала пробовать, и особо ничего не получалось. Но вот год назад, чуть-чуть больше, да, год и два, я с веса 120 килограмм решила уйти на веганское питание. То есть изначально это был выбор именно для похудения. Я хотела изменить именно свое питание и худеть. Тогда был вес 120 килограмм. Какой вес на сегодня? 97. То есть я похудела на 23 килограмма. Изначально вес уходил очень быстро, я была полна такая вся, вот-вот-вот, давайте быстрее, как говорится, да. Потом вес очень долго стоял, но я рада была и этому, потому что я увидела наконец-то на весах двузначное число, вес безумно долго стоял, но он не поднимался. Итак, желаемый вес. Желаемый вес для меня 70-75 килограмм. Для моего роста это, в принципе, нормальный вес будет. Я не буду весить 60-58, то есть такого не будет. Так, стройнеете на ПП или на диете? Если диета, то какая? Ну, я худею именно на веганском питании, никаких диет у меня нет, у меня все плавает вот так, да, сегодня я ем вот так, завтра я ем одни каши, потом я могу упасть неделю, есть одни салаты, ничего. Вот последнее время я вообще не ем салаты, вообще, то есть уже на неделе две, ну три даже, но мне не хочется, я не ем салаты, но я ем много фруктов, я ем много арбузов, да, там, то есть вот такое вот, мне так хочется. Вот, поэтому диеты нет. Пользовались ли вообще когда-нибудь диетами и был ли результат? Да, диеты однозначно в моей жизни были. И на тот момент мне казалось, что именно эта диета мне поможет и никакая иначе. Но результат был однозначно был, но по истечению, да, когда диета заканчивалась, со временем вес возвращался и даже больше. Потому что диета это только вот
То есть перед каким-то мероприятием я поддерживаю то, вот, например, там, у вас день рождения или какой-то юбилей, и вам нужно влезть в платье, вам нужно на фотосессии выглядеть красиво, тогда-да. Именно к этой дате вы можете воспользоваться там гречневой, кефирной, питьевой, там кремлевской, да. Но чтобы привести себя в форму, чтобы привести себя на пожизненное, как говорится, да, хорошо себя, чтобы вы чувствовали, нужно изменить полностью питание. Кто-то уходит на подсчет калорий и следит всегда за этим, да, он же не следит 10 дней и все. То есть кто-то уходит там на безжировую, там без белков, ну, по-всякому, вот эти вот, но только чтобы это было постоянно. То есть либо вы диету меняете на диету, то есть вы начали с одной, потом перепрыгиваете другую, тоже более сбалансированно. Ну, я выбрала в себе такой путь, веганский, все. Дальше. Сколько раз в день вы питаетесь? На самом деле это тоже, вот когда я дома, то это бывает 3, 4, 5 раз по-всякому. Когда я на работе, это бывает даже один раз в день. То есть это не совсем здоровое питание, это не совсем правильно, но, увы, по-другому пока не получается. На самом деле я не знаю, как лучше. Я пробовала и 5-разовое дробное питание, и пробовала 1-2 раза в день кушать. Особой разницы я не увидела. Вот честно, я не увидела особой разницы, но мне кажется, 5 раз это прям заморочливо. Это только для тех, кто сидит дома, потому что не успел как бы повернуться, тебе нужно по времени опять кушать, и все это такими маленькими дозами. Поэтому только для тех, кто сидит дома. Дальше. Что делаете, если очень хочется сладкого и чего-то вредного? Ну, на самом деле, да, то есть первый год, я настолько себя запрограммировала, ну даже не год, может первых 8 месяцев, 7, я запрограммировала себя настолько, что мне ничего не хотелось. То есть там настолько вот я вошла в кураж, я вошла и мне не хотелось ничего вообще абсолютно. То есть я пробовала каждый день практически что-то новое из веганского, да. Да, это все очень дорогое, то есть это дорогие батончики, это дорогие какие-то колбасные изделия, но мне ничего другого не хотелось. То есть это было дорого, но это было вкусно. Вот, но ничего не страчивала, ничего там такого я не кушала. Сейчас, если мне что-то хочется из запрещенки, как я говорю, да, я это съем. Я это съем, но съем в 10 раз меньше, чем съела бы, например, до похудения. И этого достаточно. Если вам хочется шоколадки съесть, съешьте. Ну не ешьте плитку, да. Съешьте 2-3 кубика и остановитесь, на этом все. Достаточно, чтобы утолить вот этот именно вот хотение свое внутреннее, этого достаточно, не обязательно съедать целую плитку. Вот, поэтому я ем, я не мучаю себя, иначе может просто сорваться, как говорится, чердак ваш. Поэтому, если хочется очень сильно, нужно кушать. Дальше, но опять-таки, невозможно хотеть это каждый день, то есть это уже тогда надо с этим делом бороться. А если вам раз в месяц захотелось чего-то, то нужно скушать. Дальше. Вы стройнеете для красоты и здоровья или у вас есть еще какая-то цель? Ну, на самом деле, большая часть, да, именно для здоровья, потому что у меня уже началась такая гипертония, вот, и в моем возрасте мне не хотелось пить таблетки ежедневно, а их пить приходилось, и, да, и дальше там по пищеварению не совсем все гладко, поэтому большую часть, конечно, для здоровья, но и мне хотелось красиво одеваться, мне не хотелось носить балахоны бабушки Люси, как говорится, да, то есть мне хотелось, чтобы на мне были какие-то другие красивые наряды, чтобы можно было зайти в магазин и не ходить только на детские ряды, как я делала это постоянно, да, а пройтись в женский отдел и примерить на себя платье. А раньше я этого не могла, потому что у меня был 62 размер, и это только специализированные магазины, да. То есть сейчас со своим 56-м хотя бы, да, я могу уже. Пусть это будет последний размер в линейке, но он есть в обычном магазине. И меня это, конечно же, радует. Но я претендую спускаться ниже и ниже. Так, как относится муж, семья к вашему стремлению быть стройной? Семья очень поддерживает. Сын мой, даже помню, делал мне комплименты, что ты такая красивая, что ты очень изменилась. Когда-то даже взял в телефоне, изменил, была написана, например, мама там, или мамуля, написал, мама моя красивая. То есть он заметил, ему это очень нравится. Ну, конечно, родители тоже в восторге.
восторге. Хотя я считаю, что еще стройнеть и стройнеть, как говорится, да, но уже заметны, конечно же, результаты для всех моих окружающих. Дальше. Участвовали ли вы в марафонах по похудению? Нет, на самом деле я всегда об этом думала, но хороший марафон — это всегда платные марафоны, и меня всегда это останавливало. И думаю, ну что же они мне могут там такого рассказать, хотя у меня есть очень хорошая знакомая, она здесь из Сочи, которая прошла этот марафон, которая зарядилась этой энергией, которая очень многого узнала с этого марафона, и она очень классно похудела. Поэтому это работает, и если у вас есть лишние финансы, обязательно воспользуйтесь этим, только хорошо выбирайте. Вот она воспользовалась, она зарядилась, она прошла весь этот курс, она и дальше уже спустя год, она худеет, она стройнеет, она не сошла с правильного пути, то есть наставления дали отличные. Поэтому это работает, только главное выбрать очень хорошую команду. Дальше. Прибегали ли вы к услугам диетологов, консультантов? Если да, то каков результат? Нет, я ни к чему не прибегала, но я знаю, что это тоже работает. У меня есть моя очень хорошая подписчица Юлечка. Вот, Юляш, честно, не помню, в каком городе ты живешь, знаю, что где-то за границей. Прости меня, родная, если ты будешь смотреть. Ну вот, Юляшка, да, она первый раз худела, второй раз худела очень хорошо, потом срывалась. И сейчас Юлечка работает с диетологами, с консультантами, там ее направляют. То есть это тоже работает, это тоже имеет право быть. И если у вас нет группы поддержки, если ваши родные и близкие против вашего похудения, не переживают за вас, то, конечно, лучше найти такой путь, да, через консультантов, через диетологов, и ваши родные успокоятся и будут уверены, что вы делаете все правильно, да, и у вас будет какая-то поддержка, и вы не сойдетесь. В принципе, тогда, ну, практически нереально сойти, да, то есть вас поддержат постоянно, вас ведут, и вам некогда будет уйти с этого пути. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, если вы переживаете, что вы сойдете с этого пути, обращайтесь обязательно, ищите тот путь, который вам подойдет, и обязательно у вас все получится. Дальше. Если уже желаемый вес достигнут, удается ли удержать его? Но я еще ни разу не достигла своего веса, да, но у меня была мечта очень-очень много лет, да, увидеть на весах двузначное число. И да, сейчас я его удерживаю, я этому безумно рада. Вот. И если кто-то летом говорит, что он там хорошо сейчас худеет, то у меня просто сейчас удерживается вес. Я не знаю, с чем это связано, хотя, несмотря на то, что я кушаю, в принципе, сейчас вообще очень-очень мало, да, вес может там 3 дня резко упасть, потом как бы назад вернуться. И вот так у меня качели +3, +4, -3, вот так вот он у меня играет. Но как бы я этому довольна, мне главное не переходить барьер 100 килограмм. Я не хочу больше этого видеть на своих весах. Если уже желаемый вес, ага, так это, занимаетесь ли вы физическими нагрузками? На самом деле я много раз... Я не знаю, что это. На самом деле, я очень много раз пробовала, я пыталась, но мне очень сложно. И вообще, я по натуре ленивый человек. Я открою вам тайну, я очень ленивый человек в этом плане. На пресс мне ничего нельзя делать, а вот именно хождение... Ну, я могу ходить в горы, вот, и все. А вот там приседать, отжиматься, там пойти в зал записаться на фитнес. Ну, если меня кто-то за руку отведет, если мне там понравится, если там будет играть музыка, если там будет все очень весело и энергично, я буду ходить. Но пока меня никто не отвел за руку, и сама я не хочу этого ничего искать. Но признаться хочу вам, что я очень многих смотрю в ТикТоке, да, там, то есть я смотрю, как девчонки прыгают, скачут там, да, в этом в зале, там, под музыку, и думаю, блин, вот мне бы в эту компанию, я бы зацепилась, я бы там была. Но, увы, пока не хватает даже нисколько средств, не хватает времени, не хватает сесть, найти такой зал, да, собраться силами своими, да, и перешагнуть этот порог. Пока я этого не могу. Мне кажется, что я буду там самая жирная, самая толстая, у меня ничего не будет получаться.
Но со временем, я думаю, я соглашусь на это. Первое время мне тоже все говорили, тебе нужно больше двигаться, двигаться, иди в зал. И я говорила, что с моим весом сейчас только скакать. То есть напряг на ноги, как бы я знаю это, что не особо и можно, да, ни тренажера, ничего. Нужно убрать чуть-чуть веса, а потом уже подтягивать свою шкуру. Вот, поэтому пока зал нет. У меня тут кипит компот, с вашего позволения я его просто... выключим. Так, дальше, если жаром достигнуть, заметили физику. Так, срываетесь ли вы в праздники на вредные вкусности? Да, да, я не буду для вас скрывать. Бывают такие дни, когда либо какой-то праздник, либо пришли гости, и хочется чего-то большего. Но после этого, как обычно, на утро мне неважно, мне плоховато, потому что я уже отвыкла от перееданий, я отвыкла от вечерних уже поеданий пищи, да, мне очень плохо. И что я делаю? Я ухожу в питьевой режим. Я ухожу в питьевой режим, я пью только одну воду, по крайней мере, часов до 5. Потом я могу что-то легкое поесть. Тем самым я сбалансировала это все, да, и я помогла своему организму немножечко восстановиться. Но так не бывает, что если я вчера переела, я и сегодня переем, и завтра, и вообще я сорвалась. Нет, так не бывает. То есть если я сегодня сорвалась, завтра у меня питьевой режим. И вообще вот у меня, я уже 2 раза прошла, да, голодание по Марве Оганян, 21 день, и я считаю, что... скоро вот я опять его пройду, потому что сейчас вот по состоянию здоровья я чувствую, что мне нужно это пройти, да. Мне очень помогает это голодание, то есть вообще голод на самом деле лечит очень-очень много болезней. И сейчас, когда я себя так плохо чувствую, да, вот, мне кажется, мне это необходимо. Поэтому, если вы переели, на следующий день, хотя бы на один день, уйдите в голод, и все будет хорошо. Дальше. Ваши пожелания стройнеющим. Мои пожелания стройнеющим – это не откладывать. Поверьте, жизнь, она одна. И я никогда не поверю, что в жирном теле можно чувствовать себя счастливой на 100%. Никогда, никогда я этому не поверю. Потому что жирный, толстый, большой, огромный, тучный человек – он не может быть здоров. А если вы не здоровы, вы не можете быть счастливым. Не обманывайте себя, не обманывайте своих близких. Просто начните худеть. Не ждите понедельника, начинайте сегодня. Посмотрите какой-то фильм, посмотрите какие-то лекции. Пожалуйста, начните худеть, и у вас все получится. Обращайтесь, ищите круг общения таких же стройняшек. Это очень помогает. Вообще, просто переписывайтесь, попросите у своих родных, чтобы они вас поддержали. Пусть они первое время хотя бы не едят какие-то вкусности, которые вам запрещены, если у вас это вообще в семье принято, да? А еще лучше, если ваш муж настолько хочет, чтобы вы похудели, да? Пусть он вас поддержит. И побудьте вместе на какой-то диете. Пусть он вас на первых порах, как говорится, продвинет, да? У меня была компания. Я уже говорила на своей... в другом своем видео, да, что у меня были 2 моих сотрудника, с которыми я работала, это 2 мальчишки, Андрей и Саша, которые знали, как я хочу похудеть, как я хочу уйти на веганское питание, но, работая на кухне, я боялась, что мне это не получится. И что ребята сделали? Они сказали, если мы станем с тобой веганы на 10-12 дней, тебе легче будет? Я сказала, да. Они сказали, окей, с завтрашнего дня мы веганы. Говори, что мы будем кушать, им ты ничего не увидишь, что мы будем что-то другое. И вот тогда я поняла, что поддержка очень многое означает вообще в жизни человека. Они поддержали меня, они побыли со мной на соковом питании. Мы были 4 дня с ними, питались соками, мы пили касторку, мы что мы только с ними не делали. Они пробыли еще 10 дней на тмин с кориандром, пили мы были на веганском питании. То есть в общей сложности этой терапии нам заняло месяц. И этот месяц ребята были со мной, за что им безумно-безумно я благодарна. Вот, поэтому ищите таких людей, они обязательно есть в вашем окружении, потому что в одиночку это сделать очень-очень сложно. Нужна поддержка. Но не отнекивайтесь, что это сложно. Когда вы увидите первые минуса на весах, вас это затянет. Я очень-очень на это надеюсь. Поэтому буду очень рада, если я с кого-то смотивировала и... вам это все поможет в будущем.
Дальше. Кому хотите передать этот тег эстафету? Я хочу передать эстафету девчонкам, тоже худеющим, стройнеющим. Вот. Я не знаю, правда, уже Алина получала этот тег или нет, но обязательно передаю Маришке. Мариша, я знаю, что ты сейчас будешь на посту. Вот передаю тебе эту эстафету. Обязательно ответь на все эти вопросы. Мне будет очень-очень приятно. И также Евочке. Ева, принимай эту эстафету. Я знаю, что ты тоже худеешь, стройнеешь. Ты у меня вообще, правда, красотка по сравнению с нами, со всеми стройнеющими пышками. Ты красоточка. Евуська, от тебя тоже жду всех-всех ответов. Безумно тебя люблю и уже очень-очень за тобой соскучилась. Все, мои хорошие, давайте. На сегодня всем пока-пока. Надеюсь, что вам все понравилось. Ставьте лайки. Мне будет очень приятно.